Имена и фамилии на казахской латинице будут писать по новым правилам. Об этом сообщил на заседании расширенного ведомства вице-министр культуры и спорта Нургиса Тауешев. По его словам, для совершенствования алфавита проведена целенаправленная работа. В частности, состоялись заседания рабочих групп по орфографическому, методическому, терминологическому и техническому сопровождению. Документ планируют разработать до конца 2021 года. На территории страны организована работа по открытому обсуждению апробации проекта алфавита. Подробно обсуждались правила правописания нового алфавита, вопросы соответствия технологии конвертера, клавиатуры и символов. В результате 28 января текущего года в соответствии с протокольным решением заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику под председательством премьер-министра Республики Казахстан одобрены проекты усовершенствованного алфавита казахского языка, правил орфографии, порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре.